Всем привет! Привет! Это видео будет в стиле лайф-влога. Сейчас покажем номер. Так, показываю вам наши апартаменты. Такой вид с окна. Мы живем прямо на станции Политехнический институт. Прямо через дорогу от этого дома. Метро. Такие маленькие небольшие апартаменты. На двоих вообще прекрасно, по-моему. Такая кухонька небольшая. Но все есть. Даже бокал есть, что редкость для гостиницы или каких-то съемных квартир. Такой небольшой холодильник. Кофе, чай, салфетки, микроволновка. Ну, все есть. Очень прикольно вот это сделано. Здесь даже можно посидеть, поработать с ноутбуком. Ванна вообще красивейшая, с окном, представляете? Вот, казалось бы, такие маленькие апартаменты, а ванна больше, чем у нас в квартире. Стиралка, что тоже редкость для съемных квартир. Много света, очень просторно. Кровать, кстати, очень мягкая. Класс! А у нас матрас дома, мы специально брали твердый, а в отелях обычно делают такой мягкий. И тут, кстати, сверху матраса еще топпер лежит такой. И смотрите, на каждом матрасе на матрасник. Удивительно, конечно, очень редко нам встречаются такие номера. Мой любимый цвет, как у нас дома диван. А еще тут куча развязок света. Все, мы погнали гулять. Я и друзей розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько. Мы идем на Кураж-базар. А что это? Модная барахолка киевская. Мы, кстати, еще с кем-то встретимся сейчас. Сейчас увидите. Кураж-базар проводится уже не первый год. Он находится на территории ВДНХ, выставочный центр Киева. Здесь всегда проходят какие-то фестивали и выставки. Изначально Кураж-базар был просто благотворительной выставкой. Теперь это место для развлечения киевлян и гостей города. Очередь не маленькая. Здесь мы встретились с нашими друзьями, которые живут в Киеве. И пошли искать что-то интересненькое. На втором этаже этого советского полуразрушенного здания расположились продавцы самых разных товаров. Начиная от антикварной барахолки, заканчивая одеждой и товарами современных украинских дизайнеров. Я думаю, это гнездо. Игорь, есть птенцы? Да. Реально кажется, как гнездо. 3000 гривен, кстати, стоит. Офигеть. Натуральное дерево и какой-то металл. Может, это серебро? С пиратских кораблей. Что это? Для салфеток, знаешь, типа ложишь сюда коробку с салфетками и вытаскиваешь по одной. Кожаная, да? Да. Церемония проводим. Это нормально? Такие, это нормально? Да. А, это ж можно обвенчать. Помимо всех этих интересных товаров, также можно встретить разных знаменитостей. Гудок. Кто? Гудок-гудок. Гудок? Гудок. Вот мы встретили Сашу Гудкова, известного шоумена и бывшего соведущего «Вечернего Урганта». Посмотрите, как антуражно все сделано. Прям как будто мы во Вьетнаме. Ну, по количеству людей так и кажется. Бутерброд из сельди. Вкусная, Игорь, штука? Да, очень. Я ради этого сюда приехал. Не то, чтобы с вами встретиться, а чисто ради бутерброда. Чушь.
Игорь, что это? Пиво, которое выдерживалось 8 месяцев в дубовых бочках. Серьезно? Сколько оно стоит? 150 гривен за бутылочку. Можно камеры открыть? Да. Качество не поменялось, изображение? Катя, угадай, сколько это пиво стоит для тебя, Игорь купил? Разбрута и черносливо. Да. Говори. 70 гривен. Еще вариант. 120. Больше. Что? Я не расплачусь с Игорем. 150. Да 150. Ладно, за 0,3? Да, но 8 месяцев ты был больше придерживаешься. Нет, такое мы не пили, кстати, никогда. Класс. Красиво. Просто бутерброды с селедкой, Катя. Да. Тяжелый такой, плотный вкус. Серьезно? Такой, ну, прям, как бетон. Ну, серьезно, такой тяжелый вкус. Бетон? Многие пришли сюда со своими собачками. Для них здесь устроили целую развлекательную зону. Дорогие друзья, мы сегодня на Кураж-базар в Киеве. Класс! Да, невероятно!